Александр Анисимов впервые услышал Цоя в детстве, но полюбил творчество артиста только в сознательном возрасте, когда начал понимать смысл песен. У Уссурийца в аудиоплеере до сих пор музыка группы «Кино», которая вдохновляет парня на собственное творчество. Александр так проникся искусством артиста, что посвятил кумиру клип. В клипе снялись жители нашего города. Через год в Уссурийске отгремел концерт, который собрал полный зал фанатов группы «Кино». Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. Ну, у меня дома есть жетон с изображением Виктора Цоя. Я его носил целый год с момента снятия клипа до концерта. То есть в течение года я его не снимал практически. Вот у меня он был талисманом. Я провел концерт и снял его. Концерт был в день рождения Виктора Цоя, 21 июня. Музыкант появился на свет в 1962 году. В 15 лет артист поступил в художественное училище, откуда его отчислили за неуспеваемость. Но по творчеству это не ударило. Вначале первые подпольные концерты и дебютный альбом. Далее песни Цоя на радио, главные роли в фильмах и туры за границу. В этом году артисту могло исполниться 56 лет. 15 августа музыкант трагически погиб в автокатастрофе. Смерть кумира некоторые фанаты перенести не могли и сводили счет с жизнью. В Уссурийске артиста до сих пор боготворят, посвящают ему творческие работы, собираются на квартирники и концерты. Илья Аманатов, Сергей Флоренцев, Телемикс.